Cominciamo con la prima domanda: quali strumenti? И начнем с первого вопроса, какие же инструменты? Molto spesso normale sono questi strumenti, clavicembalo. И очень часто, обычно, как норма, это такие инструменты. Клавесин, L'organo, орган, il violoncello, il виолончель, contrabbasso, il контрабас, violone. виолоне. Poi, molto spesso, gli strumenti acuti, И потом очень часто высокие инструменты. violini e violette, che suonano il basso all'ottava alta, il cosiddetto bassetto. Le viole da braccio, le viole normali. Да, скрипки и виолетты это обычные альты, Normali viole. которые играют партию баса на октаву выше и их называют бассетто. Il fagotto. И фагот. Bene. Molto raramente Vivaldi parla esplicitamente del liuto, della tiorba e poi di altri strumenti veramente rari, ma molto raramente del liuto e della tiorba. И очень редко Вивальди упоминает еще такие инструменты, как лютня, теорба, ну и другие. Altri strumenti sono lo chalumeau, il Шалгей, clarinetto кларнет. e la viola all'inglese, И che capitano qualche volta. виола all'inglese, которая иногда тоже может встретиться. In quale musica, quali strumenti? Вот в какой музыке какие нужны инструменты? Musica liturgica, Церковная музыка. ovviamente l'organo, Конечно же, там орган. e poi normale, violoncello, violone e gli archi acuti, violini e viola. Да, и тут виолончель, контрабас и высокие струнные скрипки или альты. Abbastanza normale. Это норма. Sì. L'unico oratorio di Vivaldi che abbiamo, che è scritto per la Pietà, la Judita Triumphans, ha degli strumenti strani anche, come il chalumeau, i clarinini, i clarinetti, la viola d'inglese, ma anche cimbalo, organo, violoncello, violone, tutti gli archi per fare il basso. Che vuol dire la pietà? Per la pietà Ah, cosa la si Pietà, intende? scusate, è l'orfanotrofio dove Vivaldi era maestro di musica. Единственная оратория Вивальди, которая есть, это оратория Юдифи, Триумф Юдифи, Значит, торжествующий Юдиф, спасибо большое, который написал для вот этого сиротского приюта, где он работал, для Пьета. И вот там немножко странная получается такая вот вещь. Клавесин-орган, все струнные, и вот еще необычно, что там есть шалмей, кларнет, шлюмо. Шлюмо, да, спасибо. Шлюмо, кларнет, и вот это виол инглезе, то есть это вот необычная такая единственная вещь. Perché era suonato solo, erano strumenti suonato Потому что это инструменты, на которых там играли, вот в этом заведении. Nella musica per il teatro musicale, per l'opera, si trova, Vivaldi parla qualche volta del cembalo, del fagotto e di tutti gli archi. Вот что касается театральной оперной музыки, то он иногда говорит о клавесине, иногда говорит Fagotto. иногда говорит о фаготе, ну и, конечно же, струнные. Il grande assente è ancora il liuto e la tiorba. И мы видим, что ни лютни, ни теорбы здесь нету. Mai. Никогда не встречаются. Nelle cantate da camera tutto normale. В кантатах все обычно. Sì. Nei concerti con orchestra, musica strumentale per solista e orchestra, si trova
il cimbalo, ma anche l'organo, perché il concerto è considerato anche per la Chiesa. Si trovano tutti gli strumenti, ma il liuto una volta e la tiorba una volta. Что касается сольных концертов для одного инструмента с оркестром, то там мы встречаем или клавесин, или орган, потому что они могли и в церкви исполняться, это церковная музыка. И здесь у нас все инструменты, вот, но лютня только один раз фигурирует, и теорба тоже только один раз встречается. Voglio dire, forse c'era, ma il fatto è che Vivaldi non lo nomina mai, non gli capita mai di nominare. То есть, может быть, они и были, но Вивальди никогда их не обозначал, только один раз записал. Может, они и применялись. И nella musica strumentale senza orchestra da camera gli strumenti vengono nominati pochissimo, solo il fagotto è proprio un protagonista. А вот в инструментальной музыке без оркестра, камерной, то там никогда не указываются инструменты, только фагот упоминается, а про остальные ничего не сказано никогда.